Сама кабаяки, его наги, котикет, пальца было. Ребят, привет! У нас сегодня рубрика «Дай проверю». И сегодня у нас на обзорчике Саба Кабаяки. Вы знаете, что это такое? Я тоже нифига не знаю, что это такое. Но мне так понравилась эта новиночка, которую я откопал просто в зарослях заморозки магазина «Линия». Короче говоря, начал я гуглить, что это за хрень такая, ребят. Оказывается, в интернете так мало информации по вот этой вот рыбешке. А это рыбешка, причем вот сейчас вот она в готовом виде. Она уже в соусе, ее только останется разморозить, порезать и можно употреблять. В общем, это рыба японская скумбрия. Хотя в Википедии слова «саба» вообще нет. То есть саба — это вроде как бы с английского саба, и вообще непонятно, почему, собственно, саба. А кабаяки — это соус, в котором эта рыбка приготовлена. Это может быть и обычная скумбрия, которую мы кушаем постоянно, покупая в наших магнитах да пятерочках. Поэтому не знаю, что это такое нам здесь подсунули. Давайте почитаем, пробежимся по упаковочке. Написано это 100% качество у нас, паспорт качества на обороте. Вот так вот выглядит оборотик. У нас есть два рецепта там. Один рецепт — зеленый салат саба кабаяки. Информашка от бренд-шефа Кирилл Голиков, ребят. Ну что это, японская кухня и какой-то Кирилл Голиков шеф-повар. Ну что, а где это хуяхами хухахаху? Ну и второе блюдо, которое рецепт здесь есть, это саба кабаяки на рисовой подушке. Как все красиво звучит, да? А у нас это просто рис с мясом. Давайте пробежимся по составчику. У нас указано, что эта рыбка выловлена в зоне Атлантический океан. О-о-о-о. Запрещенка, черт возьми. А производят эту рыбку из Атлантического океана, догадайтесь где? Ну кто? В деревне Лешково, Московская область, Истринский район. Слушайте, в Истринском районе что-то там много всего рыбного производят. Такое ощущение, что это не Истринский, а какой-то Осетринский район. Здесь у нас в упаковочке кулинарный продукт из рыбы жареный, оказывается. Скумбрия, филе с кожей, жареное в соусе унаги. Откуда здесь нахрен взялось это слово кабаяки, я вообще не могу понять. Я вообще уже запутался в этих терминологиях. Саба кабаяки и унаги. Давайте взвесим. 270 граммов, ребят. Хотя на упаковке масса продукта 250, а масса рыбки нету 200 граммов. Нормально? Плюс соус, плюс жижа какая-то, плюс заморозка. Все как положено. Смотрите, что пишет нам бренд-шеф Агама. Агама, я как понял, это товарный знак, то есть под которым выпускается эта рыба. Хотя рыба почему-то также называется собака Каяби. Собака Кабаяки Агама. Кирилл Голиков пишет нам, рассказывает, что японские блюда — это маленькие, кулинарные. И вот эта вот информашка его, она качует из сайта в сайт, из сайта в сайт. Другой информашки, как будто, кроме вот этого вот Голикова, никто ничего не придумал. Расскажите, блин, что это за хрень, ребят? Хоть на одном сайте, утконос там, жопонос, хоть кто-нибудь скажите, как вообще расшифровывается эта собака кабаяки. Фу, блин. А везде копируют этот текст, который сочинили, естественно, маркетологи. А Кирилл Голиков только палец вверх вытянул, фотографировался, и все. Короче, что он пишет? Японские блюда — маленькие кулинарные шедевры, но как приятно приготовить их собственноручно, устроив для близких домашний японский ресторанчик. Как все красиво, да, ребят? Где информационная составляющая? Где вообще полезная информация? Саба? А в скобках написано скумбрия. А, так может быть вот здесь вот собака эта порылась. Может быть из этих слов можно понять, что саба — это означает скумбрия. Широко используется в японской кухне, короче. Ее ценят за уникальный вкус, высокое содержание омега-3 и обилие витаминов группы В. Кстати, если вы обратите внимание, ребят, почти на многих сейчас, практически скоро на всех продуктах, которые продаются в магазине, скоро будет указано крупным вот так вот шрифтом омега-3, омега-6, ну и что еще, без ГМО и прочие вот эти вот рекламные фразы, которые вошли в наше сознание, что это все полезно и это нужно покупать. Вот скоро просто будете заходить в магазин, и вам сразу так на лоб так: без ГМО, омега-3, и все, вы побежали все это скупать. Что дальше он пишет? Традиционный японский соус кабаяки. Вот,
Понятно теперь стало, что кабаяки – это соус, а саба – это скумбрия. Наверное, так. Ну, чисто логически можно догадаться. Хая! Хо! Ах, какая красота тут, ребят, посмотрите. Как ее отличить от обычной скумбрии здесь? Ну вот как? Мне кажется, что это та скумбрия, которая может уже появляться запашок. Вот могут использовать ее для таких вот соусов кабаяки. Жижа, жижа. В замороженном виде ее надо разрезать. Забыл я это. Она уже у нас практически растаяла. Обязательно советуют резать ее в замороженном виде. Ну, когда она немножко вот уже начала отходить, иначе она просто превратится в кашу, потому что рыба очень нежная, и все это просто расползется. Ну, вот мы вроде успели. Единственный нюанс, конечно же, пачкается все это, как будто банку консервов открыл, вывалил ее и пытаешься разрезать. Ребятки, вот такая красота у нас получилась. Мы, значит, положили рис отварной, а сверху вот эту рыбку порезанную, соком сейчас просто там обтекает, наверное, все. Добавили немного чуки из баночек и помидорку. И теперь мы это все попробуем. Моя любимая чука. Рыбка просто потрясающая, вкус невероятный. Это что-то похожее, знаете, на рыбные консервы с хорошей рыбой. Действительно очень сочно, очень вкусно, особенно вот офигенская эта рыбка просто с рисом. Стоит эта рыбка всего 200 рублей и продается она в магазине «Линия». Только надо ее там очень сильно поискать. Там, знаете, креветки у них, вся вот эта вот морская, вот эти вот все чудища, где у них продаются. Там где-то с краю вот эта вот прекраснейшая саба продавалась. Какая оценка, ребятки? Конечно же, оценочка 5. Это было очень вкусно. Оценка только 5, ребят. Это действительно очень вкусно. И всего лишь за 200 рублей можно целый таз риса сверху эта рыбка накрыть просто. Соком он пропитается и будет действительно вкусно. И можно накормить всю свою многочисленную семью. Бон аппетит! Заходите в наши социальные сети, кликайте подписаться, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, ребяточки, это была рубрика «Дай проверю», меня зовут Макс, всем пока!